Пением птиц, убийством насекомых и
прочими радостями жизни. Альбом записывался во Владивостоке, а это лучший остров в Плахонском море. В сумме со смешными названиями треков и похожестью нескольких секунд альбома на Сивкса, просто неплохой альбом становится альбомом неплохим плюс. Но на самом деле я включил 4 позиции Бруно только для того, чтобы сказать: люди, перестаньте называть эту группу русским Койл. Единственное, что их объединяет, это то, что они когда-то были в России. А еще альбом «Порезанные собаки». Мне очень кажется, что они продолжают традиции ДК и вообще Бахтина и слушаются мало. Наша группа 60 Сюрприз прошла путь от слоукорного лоу-файного немного пост-рока к немного дрип-попному пост-року и наконец отбросила все условности и записала шоки. На самом деле группа тянет за собой шлейф, всю свою музыкальную биографию, что и отражается в этом альбоме. Крайне рекомендую рекомендациями. Наши любимые синтезаторы из всякого электропопа и саундтреков к фильму 80-х играют очень веселую музыку и переплетаются то с откровенной этникой, то с полевыми записями из тропиков, то с Rainforest Spiritual Enslavement. Ну, то есть на вопрос, бывает ли Easy Listening Field Recording, можно смело отвечать, что да. И это группа дважды. Джаз и очень много конкретной музыки. На этот раз, правда, конкретика в основном чуть более музыкальна, и в те моменты, когда джаз прекращается, остается только вдох, шмак, шмек, не хочется схватить автомат. Вовсе не радикальный альбом. За что ему, в общем, спасибо. Радикалов-то мы видели уже, да. А теперь не так радикально. Авангард мой радикальный. Приятно слушать. Любим слушать. Когда хочется сделать ритмичный эмбиент, все сразу достают бит-машины и пилюкают техно. Скелектион. А вот совсем не о том. Не о том. Да и не эмбиент это никакой на самом деле. Не у классика, это какая-то авангардная. Фрифолки и перкуссия разная. А вообще, может, и эмбиент. Ну, тут наушники у меня не очень, не могу отличить. Да, нет. Альбом заставляет волноваться, и совсем это не New Age какой-нибудь. Нет, это не он. Хотя, если это эмбиент, да еще и с перкуссией. Немного этнично. Сразу хочется сказать New Age, но это даже близко не New Age. И не потому, что это не эмбиент, коим он может являться, а именно потому, что звук не располагает к Брайану Вину. Бодренький джаз.
нас, который слушал бы твой батя. Живем в Сан-Франциско, он был бы в разном районе в 9 часов вечера в пятницу. Что можно сказать об альбоме? Динамичная линия ударных, еще не джазная, но ой-ой-ой, какая. Иногда даже с какими-то закосами в трип-хоп. Немного очень американского женского пения, немного очень гармонично сочетающегося с инструменталом речитатива. Антипхон, возможно, немного напоминает альбом 2014 года проекта C.A.R. Beyond Zero, но только слегка и скорее чисто по духу, и вообще немного так, совсем-совсем немного. На альбоме Summer Came Early Exploited View стали, возможно, немного монотоннее. Голос Аники в тех местах, где нет дилеев, все больше стал напоминать Ника. А их фирменные шмякающие, плямцающие удары стали какими-то, ну, немножечко более глухими, может быть, совсем чуть. Ну, а в целом это все тот же постпанк с разными влияниями, типа психоделии, краута и так далее, и тому подобное. Возможно, этническая электроакустика. Гудение, по большей части, весьма ненапряжно. Но перкуссия и разбавочные звуки обычно противоположны по настроению. И на моей памяти еще ни один человек, слушая этот альбом, не напрягся. Самый неприятный альбом года. Электроакустика, конкретика, шумики, а полегче это голос, повторяющий какие-то фашистские штуки. Первый трек вообще вызывал флешбеки с 18-минутным треком номер один без названия «Гера-гора Гери-гери-гери-гери», который ВКонтакте почему-то отображается как романтичная музыка для влюбленных в бар. Так вот, «Гор-гери-гери-гора-гора-гери» звучит просто как лучшие звуки природы в сравнении с этим ужасным альбомом. Короче, слушать на свой страх и риск. Очень напряженный, динамичный, чуточку авангард джаз со всякими посторонними звуками. А поверх него художественная декламация довольно политичных стихов на английском. Взяли пример спокенворда, где этот самый спокенворд звучит значительно громче инструментала, то есть на нем делается акцент, а при этом получается занятно и приятно. Ну, конечно, не совсем приятно, стихи там вроде про какие-то плохие вещи, не знаю, не читал. В общем, советую сначала выучить английский, а потом слушать альбом. Может, будет интереснее. Пример мягкого лоу-фая, на этот раз с лоу-корным трим-попом, балагивающий, размеренный. Вот это вот все с немного похожим на Сашу Маккену вокалом, это растворяется сам в себе до такой степени, что можно заподозрить эмбиент, скорее всего, на втором треке. Ну, в общем, весьма каноничный. То есть записано вроде как на коленке, слоу-кор, но при этом и копирующий миллион других слоу-коров. Что же еще нужно? Подготовленное в виде альбома издания Кейджа. В основном треки условно такие даунтемпо эмбиентные, но есть немного конкретной музыки. И всякого разного на самом деле. Ну, Кейдж и нового. Вообще альбом приятненький. Можно сказать, пособие для начинающих. Хорошо, неплохо.
наконец-то эксперимент поп-поп. Начистует и просто современный синти-поп. Есть прямо ландарные пассажи, электроника, прямо дребезжащая от радости. И все вот такое вот разное, прикольное, светящееся. А еще вокал работает совершенно по-разному. И как прямо вокал. И как просто еще один инструмент в руках экспериментальной поп-музыки. Все, как мы любим. И ценим. И знаем. Ой-ой-ой, не слишком ли мало фриджаза с фрифолком? Чтобы уж точно было немало, вот вам еще интересный релиз. Только на этот раз еще немного dark jazz. Удивительно, да? И конкретная музыка. Да, что-то такое мы уже слышали. Новый альбом купе. Наверное, чуть более дроуновый. Может быть, еще при последнем треке начало как будет слоукор. Ну, купе, you know. Ну, в принципе, прикольно, даже не знаю, что сказать. Отделывая сатанинские башни. Неплохой и даже хороший альбом. Но что-то кажется, что Godspeed You Black Router ни одному человеку не сможет перевернуть мир в 2017 году. Приятно удивить, может быть, тоже. Хотя, с другой стороны, может быть, через 3 года этот альбом станет ох, какой классикой, и все вспоминать об этом альбоме как о просто величайшем достижении в истории гудспидной музыки и слоукорных вступлений в большие треки. А для тех, кого не впечатлил купе, есть арабский купе. Ведь не только же электронщикам эксплуатировать Восток. На этот раз это такой пост-рок 90-х, которые совсем не бездумно осовременили новинками в атмосферном роке, добавили стуков, скетчей, сэмплов, скрутшей звуков. А, ну и еще арабские мотивы и имитация саунда этнических инструментов. Модный стиль. Прикольненько. Большим уважением отношусь к лейблу Госзвук и ко многим его резидентам. Бадтехно совсем не исключение. Господин делает не сказать, что безумно сложно, но при этом экспериментальная техно. Тут мы видим еще немного эмбиент, каких-то странных танцевальных треков и всего такого. В общем, мы ждем новых релизов, слушаем их, уважаем ветеранов сцены и уважаем саму сцену. Ведь там есть кого уважать все-таки. Очень разнообразный поп-альбом. Среди влияний есть и современная околопостпанковая электроника а-ля Shoegaze Conwave. Есть и дрим-поп, и даб, и вообще миллион всего. На альбоме даже постоянно меняет человеческий голос. Вообще невероятно. Где-то есть натуральные ассамблеи, радуют теплыми, мягкими зефирными синтами. Наконец-то! Отличный баланс между прямо-таки эмбиентом и синсвейвом или чем-то таким подобным. Атмосферно тягучее, при этом достаточно бодро и динамично, чтобы очень медленно покачать головой и остаться довольным. Все хорошее с этим альбомом. Для любителей пожестче есть такой вот современный электронный дарквейв. Прямо темный, прямо жесткий. Синты слее, чем у лучших электроиндастриал проектов. Шумы, устрашающие вокалы, мрак. С офигеть, Брайнерс уже никак нельзя назвать прорывным альбомом. Но не для того, чтобы руки берут постпанк.
Внутри стиль работы кажется достаточно нестандартной, но при этом и не то чтобы экспериментальной. Ну вот. Прекрасный господин из прекрасных тети Бичес решил, что больше он не он, а тема любви. Решил мы что, против что ли? Нет, конечно. Отличный дроуновый джаз. Я бы сказал, даже дарк джаз, который кинули, собственно говоря. А сам трек тети Бичес и хорошенько размешали. Совершенно уникальный альбом, как мне кажется. Хватает жестких индустриальных минимал синтных проигрышей. В втором плане довольно примитивная. Но зато и ценен драм-секция. И всего разного от тети Бичес. Разных штучек, трючек и так далее. И хотя по отдельности музыкальные слои альбома не сказать, что супер оригинальные, вместе они звучат, ну, просто уникально, да. Очень уникально и очень оригинально. Да. Президент еще одного веселенького российского лейбла Perfect Aesthetics проект мало. А с точкой с дыркой. Ну, выкладкой точкой. Наверное, вы изучали математику когда-то. Вот такая вот точка, в которой в середине ничего нет. Вот именно такая точка с буквой А, мне кажется. Ну или не такая, в принципе. У меня плохое зрение, а может и хорошее. Я просто не вижу. Или там придумываю себе. Ну, в общем, какая разница. Известность проект получил за, возможно, первую в России атмосферную, но не эмбиентовые зефирные синты. А теперь уже альбом Ed Star 2 с уже эмбиентовыми зефирными синтами. И при этом все еще альбом не только приятненький, но еще довольно экспериментальный. Перекат от мелодической части к самому звуку без прикрас был спорным решением, но лично я ничего против не имею. Синты однозначно стали разнообразнее, появились разные полушумовые эффекты, синтовые лупы стали работать совершенно иначе и, ну, вообще так медитативнее стало. Хорошо, хорошо. Часть нордической флоры Варга. Все тот же челово, мягко и зефирно. Если говорить словами, то в основном это Эмбин, Техно и его друзья. Меня такой Варг устраивает вполне. Если кого-то нет, в этом году у него вышел еще совместный альбом с Сел Дет под кодовым названием Варг Дет Брутал Дисциплин. Там уже чуточку пожестче. Еще какой-то, возможно, альбом вышел, но не суть интересно. Кого это вообще интересует, судя по технику. Поэтому, если математическое число есть логос идеального, то логосом идеи справедливости будет определение или понятие справедливости. Логосом идеи красоты, понятие красоты. Т.П. Рассудок как бы объясняет идею и в результате заменяет ее понятие. Новый альбом моего любимого Зёрка Степла. Или Тепла. Он и еще Сергей Суокос для меня наиболее интересные музыканты на российской техно-сцене в данный момент. Хотя ни первого, ни второго так уж просто техно назвать нельзя. Что касается Суокоса, если назвать его музыкой техно-хаусом, то получится, что интро у него будет занимать десятки раз больше места, чем основной материал. Чтобы послушать парочку минут чего-то институции, приходится ознакомиться с миллионами часов различнейшей электронной музыки, в которой хватает эмбиента, немного постиндустриального звука, коллажей и чего только нет. Альбом 2017 года продолжает эту линию, и
может выходит на новый уровень, а может быть и не выходит. Так или иначе, почему-то альбом остался практически незамеченным. И это грустно. Очень грустно. Джаз и фолк, и все что угодно. Но на этот раз гораздо добрее и спокойнее. А иногда даже с вокалом. Вообще, я бы обозвал это краудфолком, и был бы прав. Весьма атмосферный, и притом ритмический девиз. Цвети, растения, цвети. Альбом от Coldwave Kidoff, Trisomy E21. Сами на себя похожи, но при этом нет ощущения, что все это мы уже слышали не раз. Вроде как их клавиши, их вокал, нью-вейвовая структура, состояние композиции чисто их, и даже ту старую школу. Но все равно что-то новое. Ну, новое для них точнее. В принципе, альбом не революционный ни в коем случае. Просто дуновение кидов и приятное притом. Подтверждение влияния на
сложно и легко определить. Тут, конечно же, и классическая академическая музыка до 20 века, возможно, и 20 века, и различные эксперименты фолк-музыки и прочее подобное, авангард. Такой минималистичный, джазовый, медленный, задумчивый, возможно, атмосферный, возможно, мелодичный, возможно, какой-то еще альбом. Довольно интересный релиз, я бы сказал. Даже слова закончились для описания такого интересного релиза. Особенно интересен, на мой взгляд, второй трек «Isle B.Here», который очень-очень мне напоминает один из треков Литургии с их последнего альбома Arc Work. В общем, релиз достойный. Вот такого я искал уже довольно много времени. С одной стороны, dark, folk, с другой стороны, freak, folk, может быть, немного free, folk. И все это из России. И при этом довольно самобытно, интересно, и не копирует миллион всего на Западе или миллион всего где-то на Востоке. Интереснейший альбом на самом деле. Записан он очень лоу-файно, и при этом, как мне кажется, записываются всякие интересненькие шумы, как, например, танцы людей, которые записывали это все. Потому что, возможно, они танцевали во время записи, что добавляет этому альбому некоторого шарма. Также сама лирика альбома располагает к тому, чтобы задуматься о том, почему же проект называется «Байкал Саяны», а альбом называется «Инженер». Самый потрясающий, смешной и веселый релиз этого года. Сборник песен разных прекрасных людей из Бурятии, которые прекрасно поют что-то на бурятском, и, возможно, не только. Я настоятельно рекомендую обратить внимание на все, что будет представлено на этом альбоме. Скорее всего, вам придется изучить бурятский или какой-то еще язык для этого. Но я не думаю, что это действительно большая цена, чтобы ознакомиться с таким прекрасным альбомом.
Первое, о чем необходимо упомянуть, это обложка первой части нордической флоры технопроекта «Парк», которую, без какого-либо сожаления, использовала итальянская «Эмма Панк» формация «Гума» для того, чтобы сделать свою обложку к альбому 2017 года «Тоска». Возможно, если бы не эта обложка, я бы вовсе не обратил внимания на этот альбом. Но, увидев референс, я никак не мог пропустить такой подарок судьбы и был щедро вознагражден. Музыка на альбоме представляет из себя характерный, каноничный, прекрасный, чудесный эмо из сырых 90-х. Да еще и с женским вокалом, прошу заметить. Но время не стоит на месте, и в релизе мы можем заметить некоторое влияние уже более позднего эмо и средней полосы, западной полосы Соединенных Штатов Америки и много чего еще. Альбом в значительной мере напоминает мне группу 125 Rumundmir из Германии, которая точно так же играла замечательное эмо, но давным-давно. Этот альбом, на мой взгляд, является одним из достойнейших релизов в стиле эмо в 2017 году. Не сказать, что их было очень много, не сказать, что я их все послушал, но из того, что я послушал, это именно гениальный альбом. Структурно наиболее близкое к ноу-вейву и фриджа.